Сегодня мариупольские ватерполисты отправились в город Каменска Днепропетровской области, где пройдет первый тур чемпионата Украины по водному поло. Наша команда хорошо подготовилась к соревнованиям и настроена дать бой соперникам. Главный тренер клуба Вячеслав Костанда рассказал о планах команды на новый сезон. Попасть в Суперлигу в четверку. И в четверке нам, если тот же состав, как вот сейчас назвал, и нормальная подготовка, то мы должны бронзу брать. Конечно, все так же по финансам одинаково. Но все равно я хочу поблагодарить, что город нам дает возможность тренироваться, базу. Это немаловажно. Мы тренируемся бесплатно, спокойно. А область дает нам деньги на поездку. Главными соперниками нашего клуба в борьбе за бронзовые медали станут студенты Харьковского политеха и сборная Киевской области. В первом туре мариупольская команда будет усилена опытными игроками, которые вместе с молодыми спортсменами составят боевой слаженный коллектив. Сразу сказать спасибо, Женя Обединский приехал, будет участвовать, Тимур Шилин, Андрей Тесля, это те из того состава Величевца, который чемпионом был много раз, Олег Голодников еще. Все остальные молодежь, как обычно, учащиеся до США, там 2001 год у нас есть, и в основном 97-98, 2000-2001. Первый тур чемпионата стартует 16 ноября. В этот день наша команда проведет матч со сборной Киевской области. Всего мариупольцы в течение 4 дней сыграют 5 поединков. Завершатся соревнования в воскресенье 19 ноября. Борис Яковенко, информационная программа «Зеркало».